У меня недостаточно маны. Активировали ловушку. Достаточно маны.
Недостаточно маны. Ваша слава повышается. Вы приступаете к новому заданию. Thank you.
выйти на следующий уровень. Ваш питомец покинул вас. Вы активировали ловушку. Что вы сделали с Алриком? Я здесь, Брик. Я посылал за сил, но не припомню, чтобы я приглашал тебя или твоего друга. Но ты можешь мне пригодиться. Не шевелись! Нет места.
Ринг, нет! Что произошло? Увы, мой друг. Говорите, это дело рук Алрика. Значит, его приглашение было ловушкой. Но почему? Видимо, он поддался влиянию тьмы, исходящей отсюда. Неужели оно настолько сильно? Да-да. Вижу. Оно коснулось и вас. Тьма захватила вас. Если мы не найдем способ ее остановить, вас ждет та же судьба, что и Бринка. Мне жаль, что я вас в это впутала. Я сделаю все возможное, чтобы исцелить вас. Встретимся в Сумеречном. Я посвящу вас в свой план. Вы получили поручение. Ловушку. Шахтеры пробивают ходы вниз, не подозревая о находящихся там захоронениях. Надеюсь, когда они проникнут туда, им хватит ума сбежать и обрушить за собой туннели. Этот склеп был опечатан не просто так. Это был эксперимент, который пошел неверным путем, такой же, как и мой. Их предков двигала не жизнь, но та же темная энергия, которая струится по жилам Эмбера. Отделить ее от зла невозможно. Бессмертие останется вне нашей досягаемости. И как же глупо было думать иначе.